Банк. Water Bottle Flip Challenge! Ух, блядь! Мамка увидит, пизды и даст! Йоу, я пока еще Данил, а это канал Батитос. И уже шестые ответы на комменты. Под прошлыми ответами набралось дохуя вопросов, так что сегодня я постараюсь дохуя и ответить. Итак, не будем тянуть меня за я... за брови. Поехали! Делай видос на Фира Мира! Ох, бля! Мне постоянно, сука, про Фиру пишут. Типа, эй, хуй ты снимаешь обзоры и скетчи? Давай новый видос про Фира Мира! Не, я, конечно, понимаю, что у меня на канале самые просматриваемые ролики про Фирку. Но это же не повод в конце-то концов посвящать ему каждое новое видео. Вот каждое второе? Можно! Чем ты занимаешься помимо Ютуба? Сколько зарабатываешь? Помимо Ютуба я учусь пинать хуи. Очень люблю совмещать эти занятия. Вообще, если бы была вакансия пинать и хуев, я бы так нехило продвинулся по карьерной лестнице. Делай почаще видео. Да если бы я мог, то только бы и занимался, чтоб пилил вам видосы. Но я обычный человек, а не робот по производству дерьмовых скетчей. А написать годный сценарий не так уж и легко. Спайсуха уже не так берет, как прежде, а клей быстро заканчивается. Что будет, если довериться лошади с фиолетовыми бровями, а она возьмет и съест твой арбуз, а ты вообще не хотел мыть голову с шампунем, ведь тебе и мыла достаточно? Лиза Гаврилова. Вот, если бы ты со мной поделилась тем, что куришь, то я бы точно почаще выпускал видосы. Пухнем в очко. Перди на здоровье, куда вздумается. Только, пожалуйста, ко мне не лезь. Договорились? Почему Фира Мир объебос? Мне не нравится, что он реально снимает полную дичь. Совершенно не заботясь о качестве, но все-таки умудряется набирать кучу просмотров. И это плохо для русского сегмента Ютуба в целом. Потому что люди посмотрят на него и решат: а нахуя стараться и что-то делать, если я могу не париться и быть популярным? Поэтому он и объебос. Ты любишь анальную смазку? Ну естественно, бля. Добавляю вместо кетчупа в макарошки. На самом деле она мне очень помогает. Просто у меня сейчас сессия, и на экзаменах без нее никак. Студенты поймут. Батитус, ты любишь детей? Животных? Обожаю. Взорви петарду в жопе. Хоть кому-нибудь. На самом деле, охуенный бы вышел челлендж. Йоу, меня зовут Данил, и это челлендж. Взорви петарду в жопе. Как же больно. Передаю этот челлендж бабушке Тео Блейда, Фира Миру и, сука, каналу Сэндвичу. Почему так мало подписчиков? Вот именно. Братишки, если вам нравятся мои видосы, то помогите мне раскрутиться и набрать подписчиков. Ведь мой контент и выпуски во многом зависят от вас. Без вас я не смогу продвигаться вперед, поэтому мне нужна ваша помощь. Ставьте чаще лайки моим видео, репостите в соцсетях, рассказывайте о канале. А если хотите заценить видосы, которых нет здесь, то вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там я недавно сигны разыгрывал, мемчики постил. В общем, там клево. А еще, и также рядом с подпиской есть кнопочка с колокольчиком. Короче, тыкни по ней, поставь галочку и нажми на сохранить. И тогда ты всегда сможешь быть в курсе последних событий на канале. Что будет, если исчезнет интернет? Как на мне обрубили интернет на неделю? Так я за эту неделю научился играть на гитаре, прочитал пару книг, познакомился с интересной девушкой. А потом интернет врубили, и я забил на всю эту хуйню. И стал дальше залипать на мемчики и наяривать на порно. Слабо отрастить длинную бороду. Слабо. Только если на жопе. Спасибо, блядь, генам за это. Ты снимаешь видео в трусах? Нихуя подобного. Вот, смотрите сами. Что? А мне нравится, как сквознячок обдувает. Охуенный канал. Хули на каком-то дерьме есть лям, а на таком охуенном канале, как Батитус, нет. Несправедливо. Жизнь вообще несправедливая штука. Кто-то рождается в богатой семье, а кто-то рождается с одним яичком. Но я уже привык. Ой, бля, я не это хотел сказать. У меня нормально все там с яйцами, как у всех. 3 штуки. Нахера так бровями двигаешь? Ну ёпт, это ж фишка такая. У каждого уважающего себя блогера есть своя фишка. Например, у Бэткомедиана это качественные и хорошо срежиссированные видео. У Рака Макафу это крутые пранки. А у меня... брови. Покажи свой хуй. Кто это написал? Никита Чурсин? Бля, только посмотрите на его аву. Какой миленький ребенок. Тебе с радостью. Ты маму голой видел? Только твою. Ха! Батитус, ты видел в жизни популярных ютуберов? Ну, естественно. Постоянно вижу. Когда в зеркало смотрюсь. Хо-хо-хо. А вообще нет. Я как-то на сходку Стаса Давыдова пришел. Так и он, как меня увидел, крикнул: ну нахуй, я на такое не подписывался. И убежал. Каково быть популярным? Хуй знает. Как узнаю, скажу. Батитус, ты кто по жизни? А чё, бля, есть вопросы? Ну-ка, обоснуй!
Когда видео? Чуваки, вот это самый частый вопрос, который мне задают. И я, если честно, заколебался на него отвечать. Вконтакте мне каждый день где-то по 30 таких вопросов приходит. Графика по выходу видео у меня нет. Так что я и сам особо не представляю, когда будут выходить видео. Делаю видосы, как только появляется время. А на этом все. Оставляйте свои комменты под этим видео. И на лучшие из них я уже отвечу в следующих ответах на комменты. Уже 7-х по счету. Также не забывайте лайкать, комментить, репостить. И подпишитесь на уведомления от Батитуса. Не расстраивайте мои брови. Пока!